Сейчас правильно ноги разбросим. Контролируй, чтобы она не падала. Вот. Смотри, ты первый какой-то раз стал делать. Вот, прошу. Какой-то раз ты стал делать, и ты упал, и она сверху тебя бум. Это то, что как раз и бывает у тебя на соревнованиях. Ты ее контролируешь, вот этот уход, работу руками и уход вниз. Понял? Чтобы у тебя было, как знаешь, как вот взаимодействие такое. То есть подрыв сделал, бац, поймал. Бац, поймал. То есть руки и ноги. Бум. А не так, что неосознанно. Ты падаешь вниз, штанга, ты там штангу как-то держишь, потом она сверху. Согнет тебе, большой вес согнет. Болтает тебе. Чуть-чуть назад смещай, когда будешь. Вот. Спиной, не отталкивай, а спиной. Ну, немножко неправильно, смотри. Вот ты стоишь и так делаешь, да? Ты, когда поднимаешь, ты отталкиваешь от себя. Вот так вот отталкиваешь. А ты должен, когда стоишь, спиной работать. Вот так, понимаешь? Не вот так вот оттолкнул и пошел вниз, а спиной ты стоишь, да, пошла спина, руками тащишь. Спиной работаем. Он был вот это. Смотри, немножко отстает у тебя. Смотри, ты делаешь наклон, делаешь маг спиной, а руки еще не идут. Маг спиной сделал, тебе уже уходить и пошли руки. А ты, понимаешь, к спине-то, руки к спине прикреплены. Если сделал маг спиной, то и должны руки пойти, понимаешь? Раз, и руки уже должны пойти в этот момент. Не стоять здесь, а руки пошли. Опа, и руки уже начали работать. Потом должен быть уход. Не размазывай. И не дергайся, работай спиной. Ну, нормально, ноги прям.